Игровой стретчинг для младших школьников. С таким проектом учитель физкультуры из поселка Чернянка Денис Бранкевич стал победителем областного конкурса педагогического мастерства. Чтобы вникнуть в тему, наша съемочная группа отправилась на урок молодого педагога. Что такое стретчинг и зачем он нужен младшим школьникам в нашем следующем сюжете. Игра «Совушка» – одна из самых любимых у второклассников. Тут и набегаться вдоволь можно, пока хищная сова спит, и научиться перевоплощаться в зайца или в цаплю, а то и в лягушку. Весело всем. Казалось бы, игра – ничего больше, однако это еще и хорошее упражнение на гибкость. Более того, считает Денис Бранкевич, игровой стретчинг – это еще и интеллектуальное развитие детей. Если работать с детьми, то нужно, чтобы дети развивались, как я говорю, не только физически, но и интеллектуально. Для этого необходимо, чтобы оказывалось на них психологическое влияние. А именно в этом плане для меня самым оптимальным вариантом стал игровой стретчинг по методике Назара Анны Георгиевны. Он сочетает в себе и психологическое, и физическое развитие ребенка. Работать в школу Денис Анатольевич пришел 5 лет назад. Выбор профессии, признается он, определило то, что у него самого был замечательный учитель физкультуры, заложивший любовь к спорту, здоровые амбиции, умение достигать высоких результатов. К этому добавилось и желание работать с детьми. Так что и предложение участвовать в конкурсе профессионального мастерства Дениса не испугало. Игровой стретчинг – это именно игровой подход к детям, согласно их возрасту, потому что у них образное мышление. Детям интересно, дети веселятся, эмоционально уроки проходят. Ученики Дениса Бранкевича уже участвуют в различных районных и областных соревнованиях. Но главное все же в том, что уроки физкультуры помогают им расти здоровыми. Потому что мы занимаемся этим, у нас организм будет здоровым. А Денису Анатольевичу теперь предстоит защищать свой проект на федеральном уровне. Всероссийский этап педагогического мастерства пройдет в сентябре в Казани. Елена Голотовская, Наталья Александрова, Игорь Доценко. Новости Мира Белогорья.